Полное описание и точно дата выхода 13 и 14 серии нового российского сериала «Солнечный круг». 13 и 14 серии сериала выйдут на Первом канале 13 января. 13 серия. Самсон воспринимает Анжелику как обузу. Он отправляет ее в Москву под предлогом, что ей нужно отдыхать и беречь себя. Ночью Алик приходит убить Ершова. На следующее утро Сашу никто не может найти. Братья не знают, что говорить Нине. Помимо ареста Николая и признания Павла, теперь еще придется врать про Ершова. В Дивноморск неожиданно приезжает Архипов. Он сообщает Федощенко, что Ершов пропал, но успел дать наводку. Украденные иконы находятся на борту французского судна «Розали». Там их и находят во время обыска. В отделение везут капитана корабля и моряка Лу. На допрос является Ершов. Федощенко поражен. Он был уверен, что Алик убил его, ведь именно Федощенко стоит за контрабандой икон. Ершов мешал ему. Архипов обещает Федощенко, что тот сядет надолго. Ершов раскалывает моряка Лу. Тот признается, что место передачи монет – тумба с афишами у цирка. Тайник уже пуст. 14 серия. Евгений Федорович официально объявляет труппе цирка, что все, кроме Самсона, пока не смогут выступать. Ершов проводит допрос Николая. Он хочет спасти семью Свиридовых и просит помощи. Николай советует обратить особое внимание на просто Володю. Он все знает. Нина умоляет Ильина о снисхождении. Отец и брат в тюрьме. У них нет работы. Она готова на все. Ильин приглашает ее к себе на дачу. Ершов пытается выведать о нахождении монет через одну из моделей просто Володи. Она сдает своего покровителя в обмен на собственную неприкосновенность. Аркаша узнает о том, что Ершов не пианист, а сотрудник КГБ. Он в шоке, но все равно хочет помочь другу. Они приходят к Нине домой и пытаются вразумить ее. Ей нельзя общаться с Ильиным, он ее обманет. Нина усмехается. От кого она это слышит? Она не хочет видеть Ершова. Нина просит у Евгения Федоровича деньги взаймы. На них она покупает некий товар у просто Володи. Напомним, 13 и 14 серии сериала выйдут на Первом канале 13 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.